Повреждение теплосети на улице Старозагора устранено. Об этом сообщает предприятие теплосетей. Прорыв произошел вечером 26 декабря на тепломагистрали диаметром 800 мм. Без отопления остались 108 жилых домов, 2 детских сада, 4 школы и поликлиника. Абонентов подключили по резервной схеме. Над устранением последствий специалисты работали всю ночь. Было задействовано 20 сотрудников ПТС и 5 единиц техники. На место выезжали глава Самары Елена Лапушкина. Это был ее первый рабочий день в новой должности. И руководитель областного Минэнерго Сергей Крайнев.